Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я вместе с вами вернусь на 2 года назад. Вы спросите, Кента ПК, что же это значит? А это, ребята, значит то, что сегодня ваш Кента ПК будет играть в самую первую версию игры Block Strike. Так что, ребят, кому не сложно, пожалуйста, поставьте мне лайк и, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Ну что ж, если вы все это сделали, то мы, ребята, начинаем. Поехали! Опа-па! Так, пацаны, это у нас самая первая версия игры Block Strike 0.9.7. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вы тоже это видите? Вы только посмотрите, ребят, сколько монет на халяву! Сколько? 100 тысяч голды на халяву? Вот это да. Это, по всей видимости, ребята, это до того момента, пока еще они не продались. Ну, я про Роума и Тайберса, ничего себе. Ну, давайте что-то купим. Главное оружие. А давайте-ка мы себе купим, ребята, АК. Так, покупаю. Все, купил все АК. А, и мы еще можем его улучшить. Вообще без проблем. Слушай, а что это за прикол? Я купил оружие, у меня даже не снялись монеты. Нормально! Ну что же, ребят, давайте также посмотрим оружие ближнего боя, посмотрим наши керамбиты и бла-бла-бла. Так, а керамбиты-то где? Алло, где керамбиты? Блин, ребят, какая-то лажа, честно говоря, какая-то лажа. О-о-о, я в шоке! Раньше можно было выбирать кастомные скины. Лол, почему такого нету сейчас? Вот почему раньше можно было добавлять скины, а сейчас нет? Сейчас скины есть только у разработчиков. Блин, ребят, это несправедливо, лол. Так мне первая версия нравится больше, чем сейчас. Вот это, ребят, конечно, круто, да? Только посмотрите, да? В самой первой версии Block Strike можно было выбирать скины. Блин, я в шоке. Так, есть кнопочка «Заработать деньги». Давайте мы на нее нажмем. Ага. И самое главное, когда я на нее нажимаю, ничего не происходит. Есть даже кейс. А, это типа посмотреть рекламу. Не, ребят, спасибо. Не-не-не, я от такого добра откажусь. Так, что же у нас есть еще? У нас есть статистика. И у нас есть друзья. Лол, что? Так получается, друзья были даже раньше? Я в шоке. Ребят, я тупо ору. Получается, просто я думал, что друзья — это новая фишка Block Strike. Но оказывается, друзья были с самого начала Block Strike. Я в шоке, ребят. Кто знал, поставьте плюсик в комментарии, потому что я лично в шоке. Ну что же, давайте, ребят, мы уже наконец-то поиграем. Давайте играть. Сервера, командный бой. Ой, как убого все выглядит. Я не знаю, что они тут забыли, но они тут играют. Так, ну что ж, я зашел. Так, смотрим на текстуры. Ну я вам скажу правду, ребят, вот скажу правду, текстуры намного лучше не стали. Вот я не хочу врать. А, ну хотя текстуры неба вообще были раньше. Ё-моё. Ну, грубо говоря, не считай текстур неба, то все остальные текстуры, ребят, в принципе, намного лучше не стали. Честно говоря, мне эти ящики даже нравятся больше. Вот не знаю, как вам, но это лично мое мнение. Так, давайте хотя бы кого-то убьем. Перезарядочка. А, это смена оружия. Ё-моё, как все запутано, да? Эй, братан, братан, ты куда летаешь? Ничего себе. Парень просто берет и летает в воздухе. Ребят, нормально, да? Потому что у него даже какой-то новый скин. А чё все летают, кроме меня? Алло! Чего все летают, кроме меня, ребят? Это несправедливо. Ё-моё, вот. Ух уж эти малолетние читеры. Это мой тиммейт. Я перепутал чуть-чуть. Ничего себе. Ё. Ха-ха, ребят, смотри, как он взлетел. Ну-ка, мы его ещё убьём, да, я думаю? Ой-ой-ой, вот этого парня лагает. Так... Ой, пацаны, у вас что-то с пингом. Братанчик, иди сюда, я тебя убью. Слушайте, ребят, мне понравилось. Я даже знаю, что еще можно снять по поводу первой версии. Так что давайте так, если вы наберете много лайков, то я обязательно сниму продолжение именно, ребят, самой первой версии игры Block Strike. Потому что, как по мне, ну тут есть еще что сказать, ребят, тут есть что сказать. Так что, ребят, если вам не сложно, пожалуйста, поставьте лайк, и тогда я сниму еще одно видео по поводу первой версии игры Block Strike. Ну что же, на этом у меня все. Всех люблю, всем удачи, всем хорошего настроения и всем-всем, ребята, пока. Пока-пока!